У вас вдруг появилось ощущение, что вы должны куда-то идти, как будто какая-то сила тянет вас к этому месту. Выясните причину этого. Хорошо, мы это выясним. Всем приятного просмотра и давайте продолжать. Давайте осматриваться. В прошлой серии мы как раз на этом месте с вами остановились. Давайте осмотримся, что у нас тут ждет с вами. И что у нас тут есть. И нужно будет потом вернуться, наверное, без записи назад в город, оттуда, откуда мы пришли. Хочу побегать, полутать там полностью все и прокачать наш ломик. Так, дай сюда. Что здесь у нас? Ага, тряпочка. Нужно будет сейчас разобраться со всеми мутантами. Давай. Это уберем. Что у нас тут есть? И что у нас тут такое? Так, осмотреться. Здорово, как ты? Хорошо, да? Умничка. Да, нужно будет ломик прокачивать, чтобы я мог вырубать их сразу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чтобы я мог вырубать их сразу с одного удара. Не-не-не, прекращай, ты чего? Стой, назад. Ах ты, падла. Мне интересно, если я откисну, я начну с того же самого места, либо нет. Все. Хорошо. Нужно будет как-то попробовать будет сделать. Сохраниться, потом откиснуть и посмотреть, с какого места я начну. Давай смотрим машину. Металл. Это мне надо. Пластик мне тоже надо. Будем параллельно с вами тоже бегать, лутаться. Там пластик, отлично. Вот еще пластик есть. Так, давай смотреть дальше. Открыть не могу, заблокировано, хорошо. Здесь тоже заблокировано, да? Читать. Ага, не входить. Не входить. Так, может это правильный путь? Да что ты сомневаешься, что это правильный путь? А как мне попасть, во-первых, вот сюда? Каким образом? Как думаете? Угу, открыть не могу. И с этой стороны тоже, да, я зайти не могу. Значит, нужно идти в ту сторону назад. Ну давай сначала исследуем вот здесь. Давай тут исследуем сначала все. А потом сходим уже в другую сторону. Так, собрать грибочки. Угу. А я могу это как-то нямать? Нет, наверное, не могу, да? Ля, олень! Стой. Погоди. Есть, мясо добыли. И шкуру, да? А шкуру не могу взять, потому что у меня тут листики. Блин, может мы готовить сможем? Это будет прикольно. Так. Кура, животное, которое может быть использовано в качестве основы для одежды. Хорошо. Сейчас пока мы это с вами ничего делать не будем. Побежали вот сюда и посмотрим, как нам нужно будет попасть в другую сторону. Так. Привет. Хорошо. Давай здесь сразу все собирать будем. Во, а вон и кухня. Может, мы сейчас можем себе мясо пожарить, как думаете? Так, открыть. Давай смотреть. Стейк приготовить. Ага, не могу из-за того, что у нас нету рецепта. Понял. И здесь тоже не могу, потому что у нас рецепта нету. Жалко. Ага, даже морковка есть. Прикольненько. Так, что-то мешает. Ага, стол мешает. Сейчас, погоди, я к тебе зайду.
Мы с тобой поговорим, вот, умничка. Здесь разрушить ничего не могу? Нет, к сожалению, не могу. Угу, а хпшки-то у нас мало. Хпшечки у нас там мало. Заблокировано. Ладно, давай с этой стороны. Так, дай пройти. Здорово. Дон достали библиотека. Так, слушать. Так, берите только самое необходимое. Да, мне в принципе все нужно. Если честно, то мне тут все нужно. Хорошо, давайте сбегаем. Спальный мешок есть. Угу. Это мы обязательно все посмотрим. Но сейчас я этого делать не буду из-за того, что появятся новые зомбаки. Давайте ночью побегаем. Пособираем полностью все, что здесь есть. Все, что я мог упустить. Так, дай посмотреть. Что-то мы с вами ломаем. Угу. Так, хорошо. Давай повернем. И побежали вот сюда. Заберем все остальное. Нужно будет керамику сейчас пособирать. Так как для крафта и для улучшения нужно много. Все, есть, отлично. Двигаемся дальше. Так, здесь мы были, здесь... Ага. Ах ты, падла. Блин. А у нас хп вообще нету. Пешки у нас вообще нету. И восстановить ее тоже не могу, да, я смотрю. Ёб твою. Смогу ли я тебя победить, чтобы ты меня не попал? Стой. Хорошо. Пластик, пластик, пластик. Открыть, что-то мешает. Ага, вот, наверное, вот этот монстр будет опасный, да? Черт, мне кажется, что он будет чересчур сильно опасный. Это... Какой-то ящик здесь. Хорошо. И что делать? Как мне к тебе попасть сюда? Наверное, куда-то сюда, да? Открыть. Ага, открыть. Давай собирать. Давай, наверное, сейчас мы сходим к лагерю. Восстановим полностью все наши силы. Сейчас мы здесь это все разберем. Я просто не уверен, что я смогу справиться с этим монстром. Так, все, побежали, побежали, побежали. Да, они сейчас, конечно, восстановятся, эти все зомбаки, но что поделаешь. По-другому тут никак. Давай. Иди сюда. Давай смотреть. Так, падальщик запасливый. Друг животных запасливый. Ага, падальщик. Увеличивает шанс найти дополнительные материалы. Так, опыт складирования материалов плюс 20%. Так, хорошо, чертежи. Давай смотреть по поводу чертежей. У нас с вами есть фонарик. Ага, я хочу фонарик. Есть. Так, окей. Освещает темную комнату. А ну. Угу. Принять. Во, смотри, ребят. Теперь у нас есть с вами фонарик. Это отлично. Дай посмотрю, что еще у нас есть. Чертежи, чертежи. Мешочек крови. Седьмой уровень. У нас четвертый. Спальный мешок. Позволяет спать у костра. Сон замедляет время. Дает время эффективные бонусы. Хорошо, хочу. Окей, есть. И давай смотреть мешочек крови. Ага, пока мест не могу, да? Ничего сделать. Хорошо. Лопата.
Бейсболка. Тоже пока тоже ничего не могу сделать. Окей. Снаряжение. Ломик. Давай увеличим. Вот, третий уровень. Хорошо. Сон. Давай спать. Спать 6 часов. Вон, так гораздо лучше, да? Отлично. Уйти. Есть. Соня. Мы теперь с вами Соня. Так. А ну, мы ломика с вами же прокачали, правильно? Да, мы с вами ломик прокачали. Давай сейчас быстро избавляться вот от этих. Все равно с одного удара их не вырубает. Так, давай-ка ты нас тут подождешь, да? Вот так вот. О, все, молодец, умничка. Так, не, дай, дай вот сюда. Давай собирать. Сами понимаете, лом нам нужен. Для прокачки тоже. Не знаю, ну давай листья соберем. Все, хорошо. И стул тоже. Ах ты, падла. Еще один, да? Еще один твой друг пришел. Хорошо, идемте попробуем с вами разобраться с большим монстром. Только давай мы сходим, уберемся в инвентарь. Блин, а фонарик прикольно выглядит. Это хорошо. Давай вот сюда. И побежали. Посмотрим, как мне разобраться с большим монстром. Может, давайте сохранимся? А давай мы нажмем. Система сохранится. А, тут сохраниться и выйти только можно. Ну, ладно. Что нужно делать? Так, этот монстр выглядит очень опасным. Но лучше бы осторожно, чтобы он меня не заметил. И что нужно делать? Так, создать метательный нож. Ага. То есть мы здесь можем с вами крафтить, да? Хорошо. И как мне это сделать, чтобы он меня не заметил? Но в любом случае он меня заметит. Ага. Ага, даже так? Прикольненько, прикольненько. Оно все сохранилось, да, с вами, я надеюсь? И как мне с ним бороться, кто мне скажет? Все, отстань, пожалуйста. И как мне с ним бороться? Может, можно как-то присесть? Так, куда ты ножик бросаешь? Может, можно как-то присесть, либо нельзя. Или можно как-то выбежать. Так, давай смотримся. Давай смотримся. Блин, и как мне с тобой поступить? Ой, ёб твою. Я хер его знает. Что мне с ним делать? Честно, я без понятия, что мне с ним делать. Ножом он тоже не хочет, чтобы я в него кинул. Ребят, как думаете, что нужно делать? Ага, застрял, да? Ну так тебе и надо. Можешь попробовать как-то этого... Можешь как-то этого монстра попробовать. А как попробовать? И куда попробовать?
Давай попробуем пройти вот таким вот образом. Ага. Отлично. Нужно не заметил, не заметил. Хорошо, сейчас мы с этим тут разберемся по-быстрому. Есть. Я просто не знаю, как по-другому мне с ним сражаться. Вы видите, что он сильно быстро у нас хп отнимает. Так, а как мне пройти и забрать вот этот вот ящик? Так, заблокировано на 289 секунд. Так, заблокировано 294 секунды назад. И что мне нужно? Мне нужно ждать 300 секунд. Каким образом я это должен... Интересно. Интересно, интересно. Так, а если я попробую... Слышь, придурок, а ну посмотри на меня. Не-не-не, не уходи, не уходи. Не уходи. Ля ты крыса. Ладно, ладно, давай попробуем еще раз к ящику подойти. Попытаться вскрыть. 358 секунд назад заблокировано. Угу. Если кто-то знает, как его разблокировать, напишите мне, пожалуйста. Ладно, монстр, давай, наверное, ты оставайся здесь, а я пойду дальше. Что-то я вообще не горю желанием с тобой общаться. Бросаться, да, будешь, падла? Будешь бросаться слизи всякой. Получи по чердаку. Так, канистру могу? Не могу. Могу только ее разломать. Хорошо. Керамика нам нужна. Здесь вроде больше ничего нету, да? Да, здесь вроде ничего больше нету. Ну и все. Ладно, чтобы не взорвалось. Тут остался единственный, это ящик. Это ящик остался единственный. Я не знаю, как его мне открыть. Давай, наверное, эту штуку тоже заберем. Все, что выпало. Хотя мне, наверное, места не будет. Да, мне места не будет. Ладно, возвращаемся назад. Не знаю, ребят, по поводу ящика. Было заблокировано 300 секунд назад. И чем больше я пытаюсь его открыть, тем дольше там оно время у нас. Как это работает, система, кто бы мне сказал. Так, здорово. Как ты? Не-не-не, отстань. А что ты отходишь? Ага, страшно. Страшно, да, падла? Самому страшно ближе к тебе подходить. Мне в этот домик попасть, кто мне скажет? Мне нужно как-то пройти вот сюда и открыть это все. Только как открыть? Как мне зайти на другую сторону? Так, давай вернемся, давай выйдем на улицу и давай посмотрим, может, я что-то упускаю. Да, а я упускаю. Отлично. Нужно будет вот зайти сейчас сюда. Так, новое изобретение. Отмычка. Угу. Отмычка, отмычка. Это у нас что? Это у нас просто
Дерево, да? Хорошо. Тоже заберем. Сейчас нужно будет, наверное, вернуться к костру. Посмотреть по поводу отмычки, да? Прекращай. Так, ага. Я думал, что я застрял. Нужно будет посмотреть по поводу отмычки. Так, удерживать. Блин, жалко, у меня шуруповерта нету. Я бы сейчас бы сделал бы так, чтобы они не возрождались. Но, увы. Есть. Шикарно. Продолжить. Найти. Найдите дрона. Найти дрона. Угу. Продолжить. Передатчики. Не то. Быстрое перемещение. Сканировать для поиска аномалий. Вот какие-то аномалии тут есть, да? Продолжить. Уйти. На карте что-то отобразилось? Вроде бы что-то есть, да? Ага, мы что-то с вами выполнили. Хорошо. Так, заходим. Есть. Так, ломик, ломик, ломик. Не могу, не могу, не могу. Заблокировано. И как мне тебя разблокировать, кто мне скажет? Может, с помощью ломика я смогу ломать? Ага, мне ломик 5 уровня нужен, да? Керамика, резина, керамика, резина, керамика, резина. А вот керамику я еще знаю, где найти, а вот и резину мне взять. Кто мне подскажет? Так, хорошо. Нужно искать резину, чтобы я смог зайти вот в это место. Ага, вот и резина. Что у нас лишнее? Давай, наверное, мы пойдем выложим. Я смогушь выложить, правильно, сюда? Либо не смогу. Вот тут смогу костер развести. Хорошо. Что нужно, чтобы тебя починить? Так, открыть ворота. Хорошо, отлично. Выход. А здесь так же самое получится открыть ворота, либо мне что-то помещает. Так, открыть ворота. Есть. Ворота запечатаны, пока ретрансляторы не будут активированы. Угу, сканировать ретрансляторы. Так, я понял, пока я не смогу с вами вот эти все башни открыть, да, не смогу пройти дальше. Ну и ладушки, давайте поищем. Так, повышение уровня 5, хорошо, давайте поищем, что здесь будет. Серп у нас есть, но мне ломик в принципе нравится. Я хочу найти с вами... Во-первых, резину. А во-вторых, полностью обыскать. Ну ладно, давай сюда, костер. Заходим. Хочу посмотреть по поводу отмычек. Хочу посмотреть по поводу отмычек. Чтобы зайти в закрытое здание. Так, воришка. Вот тут. Отлично, чертежи. Серп. Это что такое? Так, поглотителю... Даров, наверное, нет. Блин, 7 уровень, да? Текущий, это 12-й. А здесь у нас текущий 3-бас уровень 19. Угу, 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 угу. Лопата, что у нас лопата позволяет? Спрятанных под землей. Хорошо, давай, наверное, знаешь, что мы с тобой сделаем? Это что такое? Так, урон 15 рубящая, а ломик у нас сколько урона дает? 20. Угу. Берем вот эти вот наколенники, делаем, во-первых. Есть мешочек, не могу. Серп, не могу, да? Угу. Лопату, лопату могу.
Так, переключаться между ними, нажав один. Хорошо. Окей, давай посмотрим, что по поводу лопаты и что она может делать. Только давай сначала, наверное, вырубим вот это вот монстра. Есть. Так, один. Ага, и что? Ну, мы что-то с вами копаем. Ага, ух ты, мы нашли листик. То есть мы просто будем находить какие-то предметы, правильно я понимаю? Блин, не, мне интересно. Ломиком интереснее бегать. Так, мне нужно найти еще резину. Где мне найти резину? Ну, явно не в бочках, правильно? Так, давай смотреть. А где у нас резина может быть? Так, ага, вот мы тут можем с вами открыть. Хорошо. Здорово. А ты не знаешь, где резина может быть? Ну, парниша. Так. Ладно. Я на дядю на пол. С когтями, да? Вилочкой в пупочек, падла. Так, мы нашли с вами специи, хорошо. Давайте полностью все разрушать, все, что можем разрушить. Для крафта. Нужно будет искать резину. Чтобы прокачать ломик, чтобы открыть тот ящик, который там тоже был. Закрытый. Так, искать. Ага, рыбный суп. Теперь мы можем с вами рыбный суп делать. Прикольно. Нужно будет сходить потом на рыбалку, да, я так понимаю? Да, ребята, я знаю, что вас это раздражает звук. Ну, ничего поделать не могу. Я сейчас до зомбаков обращаюсь. Так, давай отправить. Блин, прикольно то, что ты складываешь все в один ящик и потом можешь этим всем пользоваться. А что, не нужно тебе постоянно с собой это все носить? Так, есть, отлично. Зачистили полностью все, да? Да, идем дальше. Открыть. Угу, не могу, заблокировано. Здесь закрыть, здесь ничего нету, наверное. Хорошо, выходим. Смотрим, как сюда попасть. Наверное, куда-то сюда, да? Угу, мне нужна отмычка. Понимаете, в чем дело? Пока я еще на 5 уровне, я туда попасть не смогу. То есть мне нужно будет постоянно сохраняться и убивать зомбаков. Не знаю, надо, наверное, это будет делать без записи. Я думаю, вам будет неинтересно смотреть, как я постоянно буду выходить и заходить. Так, здесь я смогу зайти, либо тоже будет нужна отмычка какая-то. Ага, да, дальше я не смогу пройти. Знаете, что я предлагаю? Я предлагаю, наверное, я сейчас нажму на паузу. На этом мы серию закончим. Я побегаю, поубиваю зомбаков, прокачаюсь до 7 уровня. Прокачаюсь до 7 уровня. И тогда, когда у нас с вами будет отмычка, вот тогда мы и будем дальше продолжать нашу запись. Ну, потому что сами понимаете, ну, нету смысла это все записывать. Так что все, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, игрушка вам нравится. Не знаю, мне зашла. Хотелось бы пройти ее полностью, эту игрульку. У нас еще много заданий с вами. Так, а давай посмотрим. Нарисовано то, что я могу подойти, забрать свои вещи, да? А ну? Да, то есть я могу своему телу подходить и забирать свои вещи. Это хорошо. Еще нужно будет найти где-то с вами резину.
чтобы ломик прокачать. Так, пятый уровень есть. Ну да, это будет очень долго и нудно. Все. Еще раз всем пока-пока. До потом. И в следующей серии уже, когда будет седьмой уровень, сделаем с вами отмычку. И будем дальше исследовать. Все. Всем мур-мур, ребят.